Митинг тапай алдылар якын 200 кеши унар сүлярділер кенде бақышлары хем шөпелінярділер неже яшама. Ачан хепси гүн-гүндан палыланыр. Валканешка сабасының примары Виктор Петрёглы чизгеледі. Кыш заманында пек чок параль азы молодек харджама. В таких митингах каждый из нас может высказать свою точку зрения, чтобы в общем мы смогли с вами найти выход ситуации. Может быть, у нас получится найти какой-то компромисс, который будет предложен и правительству, и руководству страны для того, чтобы ценообразование пошло вниз. Бұл митинглерді халк кенді бақышы әчіклерке бізін хүкіметіміз бізі ішітсін. Бұл сұн жувабы хем компромиссы. Біз гөрдік әнекі афтаның ішінда пайгаза қалқмыштада. Біз сәйеріс некадар бізі күш бақыды, чекаджек, ама пек чок, дельбин, ама миллион лейлі азым. Нереді алма, ісля соруш. Бюджетный год еще не закончился. И по окончанию бюджетного года это сумма, которую оплатим за энергоносители, поверьте, она уже будет не десятки, не сотни тысяч лей, а миллионы. Поэтому откуда взять эти миллионы для того, чтобы обогреть наших детей? Вот это большой вопрос. Митингин куруджусу Михаил Лах через Гиледе. Цели были одни, самые простые, которые сегодня остались. Это разбудить в первую очередь местную власть. Местную власть, когда я говорю, я имею в виду мэров, городов, населенных пунктов, всех советников, которые облечены местной властью. Второй момент. Чтоб мы разбудили наших депутатов народного собрания. Хепсіні лязым у яндырма. Хем примарлары, хем гагауз халк топлушын депутатларыны да. Бізім башканы хем баканын комитеті да. Хепсі бізім министрлары да. Коонар тұтырсунар бізі бұл сұрышларда. Народное собрание являются нашим голосом в парламенте. Поэтому все 33 депутата, они едины. И они коллегиальный орган. Поэтому, когда кто-то начинает их делить, они могут там делиться. Но мы, народ Гагаузии, их не делим. И спрос с них, как с коллегиального органа депутатского. Следующий момент. Это Башкан Гагаузии и члены исполкома. Наши гагаузские министры. Гагауз халк топлушун башынын политики, мхак сурушларында ярдымджысы Иван Бургуджи чизгеледи. Ани варчык иш будумдан. Собраться, принять решение. Вот 16-го, по-моему, есть сессия. Принять решение, пригласить Башкан собраться. Когицинар Москва, я да, дурсунар урдау кадар вакыт, некадар лязым. Доко сурушлары баксынар, ани пайга за юсельмесин, ама таинсин. Ко дурсунар макар ики авта, ама лязым бак махепсини. Ачан сичим нярги черлер, онар булэрлар йолары ора егитмя. Со всеми встречались. Пожалуйста, через эти комменты зайдите в администрацию президента, пригласите господина Миллера, примите, да, это политическое решение будет. Митинглерин куруджулары плана койерляр и кефтадан сора, табир топланты и гечермя валкаништя. Ирина Караман, Артем Топал, ГРТ Хабирляр.